Я специалист Саратовского областного центра медицинской профилактики. Меня зовут Боброва Нина Михайловна. Мы подведомственное учреждение здравоохранения. Угу. Прививочные кампании данного типа проходят у нас ежегодно на протяжении нескольких лет. Стоят мобильные комплексы в местах массового скопления людей, в торговых центрах. Угу. За день, то есть мобильный комплекс стоит около 8 часов. Угу. За час времени, вот на сегодняшний день, мы уже вакцинировали порядка 20 человек. Угу. На самом деле вакцинируются чаще, чем просто интересуются вакциной. Люди вакцинируются в основном, кто вот приходит с энтузиазмом, это те люди, которые вакцинируются уже не первый год. Угу. Вакцинируются сами, вакцинируют всю свою семью. Угу. Хочется отметить, что если вакцинация проводит коллективно, то вырастает общий коллективный иммунитет, поднимается, и возможность заболеваемости снижается в два раза. Для чего нужна еще эта самая вакцинация? Это помимо того, чтобы снизить риск заболевания, в случае возникновения заболевания улучшается течение, облегчается течение болезни, и плюс уменьшается риск осложнений после заболевания. Где еще, кроме проспекта Кирова, будут стоять такие мобильные прививочные центры? На сегодняшний день мы стоим вот здесь, и есть еще мобильный комплекс в районе Сенного рынка. Но сейчас разрабатывается план с точками, где будут стоять мобильные комплексы. Будут анонсированы эти точки в средствах массовой информации. На сайтах Министерства здравоохранения можно будет узнать расписание. И на сайте Саратовского областного центра медицинской профилактики также. Еще такой вопрос. Кто чаще всего приходит прививаться? Старшее поколение или молодое? Ну, на самом деле, люди среднего возраста и пенсионеры, конечно же, это самые частые наши.